уважаемые родители, педагоги, ребята и дорогие наши выпускники. Мы очень рады нашей с вами встрече сегодня, потому что это самый теплый, добрый и одновременно торжественно волнующий день, особенно для выпускников. Сегодня мы проводим отчетный концерт в студии русских народных инструментов. А для учащихся, которые продолжают свое обучение, это своеобразный отчет и показ того, чему они научились за этот учебный год. Наш концерт открывает ансамбль русских народных инструментов под руководством Загидуллина Максима Ильдаровича. В исполнении ансамбля вы услышите песенку «Друзей» из бременских музыкантов и русскую народную песню «Светит месяц». Thank you.
Thank you.
От лица всех педагогов, родителей и учащихся, и администрации Дворца творчества мы сердечно поздравляем с окончанием студии, вручаем свидетельство об окончании студии, пожалуйста. Я всех благодарю за внимание. Ждем на следующий учебный год с хорошим настроением. Да? Всем хорошо отдохнуть, загореть, да, поправить свое здоровье. И ждем, уважаемые родители и ваши ребята, которые у нас обучаются в студии. Хорошо? Договорились? Все, всего доброго.